Я официальный агент. Нас обстреляли на шоссе. Ладно, постарайся выжить. В первую неделю в ФБР босс сказал: «Мы боремся с Zetas. Все картели используют насилие. Zetas подняли это на новый уровень. Их визитная карточка — жестокость. Любой, кто им противостоял, в итоге погибал. Думая о картелях, вспоминают наркотики, насилие, деньги, но не лошадей». Обычно побеждают владельцы ранчо и богачи. Но вдруг появляется Хосе Тревиньо и постоянно выигрывает. Братья Тревиньо управляют картелем Zetas. Подозревали, что картель отмывает деньги через скачки. Как доказать незаконность этого бизнеса? Скотт был не в своей тарелке. Шанс разрушить Zetas как никогда раньше. Нужны веские доказательства. Речь о миллионах долларов. Нужно проследить за деньгами и рискнуть своей безопасностью. Поехали. 1200 силовиков должны были атаковать Zetas в один день. 3 года следствия могли пропасть зря. Боялся, что все уйдут в Мексику и станут недосягаемы.